займусь творчеством. Присоединяйтесь, будем вместе рисовать. Сегодня мы будем рисовать вот этого кролика и разукрашивать эти яйца. Мы заранее уже их подготовили. И вот такие вот человечки-маски, как у нас на дворе карантин. И вот такого кролика. И как вы догадались, это все мы будем делать в празднику Пасха. Посмотрим, что у нас получится. Сегодня нам понадобится палитра, баночка воды, краски, кисточки и яйца. Рисую вот такое мороженка. Посмотрим, что получится. Вот не знаю, каким цветом сделать верх. Розовым или фиолетовым. Рина, что ты скажешь? Какое фиолетовым. Делать? Фиолетовым. Делать фиолетовое? Mm-hmm. Вот зайка получается разноцветная. Морковка там будет? Не знаю. Морковки нет у меня. Я рисую и показываю. Получился зайчик. Пасхальные украшения у меня получились.
Подпишись на мой канал. Пока-пока!